И всем привет, друзья! И сегодня я бы хотел поделиться своими мыслями об игре Star Wars Battlefront Beta. Начну, пожалуй, с того, что я старый фанат «Звездных войн», практически с 8-летнего возраста. Оригинальную трилогию обожаю, новую трилогию просто люблю. И с нетерпением жду 7-й фильм. Посмотрим, что получится у Джей Джей Абрамса. Поэтому Battlefront ждал с большим нетерпением. Тем более, делали люди из DICE на новом движке. С большой любовью к детали. Вот посмотреть на тот же вот TIE Fighter на заднем плане. И вообще, вот эта любовь к саге чувствуется в каждом кадре игры. Вот. Итак, что у нас доступно на бете? Давайте перейдем как раз. Значит, есть survival мод. Ну, тут просто бегаешь в одиночку по Татуину и уничтожаешь противников. Можно вдвоем. И в мультиплеера, к сожалению, вот на бете доступно только два режима. Walker Assault и Drop Zone. Ну, давайте Walker Assault покажу. Раз уж. Вот. Drop Zone не так интересно. Ну, Walker Assault... Судя из по названию, реконструирует знаменитую битву при Хоте, которую можно увидеть в начале 5-го эпизода. Ну, вот как раз и покажу настройки. Кастомизация, к сожалению, недоступна, поэтому тут дефолтные штурмовики, дефолтные повстанцы. Вот. Что есть у нас? У нас есть карты трех типов. Значит, оружие... И снаряжение, временные бафы и постоянные бафы. С собой можно носить два оружия. Вот, баф, вот как раз таки настрою его под эту карту. И вот трейд. Вот сейчас я его поставлю. Шарпшутер. Он по мере того, как убиваешь врагов, повышается левел и уменьшается кулдаун. Оружие доступно всего 4. Вот, я вот бегаю с этой винтовочкой, она очень хорошая. Ну и приступим, пожалуй, к игре. То есть, вот тут показывают ролик, есть задачи. Ну, собственно, начнем. Вот, можно у партнера... И вот, собственно, как выглядит игра. Значит, играю я на Alienware. 2-летней давности. Так, и я могу пересесть на АТСТ, как я удачно зашел, как раз вам покажу. Вот, то есть, движок оптимизирован просто волшебно. Вот вчера запускали даже на ноутбуке, на MSI. Вот, там тоже все замечательно. О, Дарт Вейдер пошел. Так, и меня тут накрыл. Вот, да, неудачно зашел, потому что на меня налетел X-Wing. То есть... Помимо вот этой беготни пешочком, можно еще сесть за X-винги, можно здесь сесть за Т-файтеры, А-винги, спидеры, можно почувствовать себя Дартом Вейдером, Люком Скайуокером, а в перспективе и Бобой Феттом, Хэном Соло и так далее. Но тут главное правильный баф найти. Ох, вот меня тоже накрыло из пулемета, ну да ладно. Значит, помимо вот этих вот трех карт, есть еще вот, значит, ну, сейчас чувак заберет, вот, показал бы Т-файтер. Да, к сожалению, забрал. Вот, по четверочке как раз таки вот эти вот монетки, которые крутятся, берутся. И за эти монетки можно себе всякое дополнительное оружие, либо вот технику открывать. Так, вот давайте попробуем, может попаду. Но меня снял вот снайпер. Вот он как раз таки воспользовался карточкой. Вот. Какой снайперюга, да. Что-то неудачное воскрес. Так, а вот сейчас можно увидеть, что происходит, когда повстанцы захватывают точки. То есть их задача как можно больше... Ай-вингов выпустить. Когда выпускает ай-винга,
наши вокеры становятся беззащитными перед атаками повстанцев. И, соответственно, наша задача сейчас... Воу, нифига себе они тут насували. Как можно больше не дать им набить. Ну вот смотрите, хорошая команда у повстанцев попалась. Вот, кстати, вот редкий случай, когда повстанцы так много сносят на начальном этапе. Вообще, на этой карте победить за повстанцев очень сложно. Мне за все время беты удалось победить только дважды. Вот один из роликов я уже выложил, если кому-то интересно, посмотрите. Вот. Ну да, успели они посносить. Вот. То есть, опять же, вот по поводу степени детализации. Все вот здесь вот внутри восстановлено по фильму. То есть можно пробежаться, посмотреть. Вот декорации реально пятого эпизода. Как вот они все вот один в один восстановлены. Вот очень надеюсь, что они дадут возможность тупо вот просто вот побегать по декорациям, посмотреть, как это вот все выглядело. Вот. Потому что вот... Восстановлено все очень все здорово, очень красиво. Вот где-то тут эти вот. Вот за пушечки можно как раз сесть. Вот сейчас покажу. Вот все и можно пакостить. Вот, к сожалению, слишком я низко. Хотя бы одного успею. Они пока меня не видят. Да, хорошо. То есть убивают здесь очень быстро. Убивают очень быстро, поэтому нужно прям вот стрелять хорошо. Что еще можно сказать по игре? Игра мне понравилась. Вот в отличие от Rainbow Six Siege, который играл ранее, на который, к сожалению, не успел записать мысли. Вот за это я готов 2000 отдать, не задумываясь. Вот. Очень жалко, что они на бете не показали остальные моды игры. Хотелось бы их посмотреть, но, как говорится, дареному коню. Так. Ну ладно, я тогда выйду, потому что тут еще очень долго. Дарт Вейдер. А вот что у них еще есть? Ну, Супримаси это явно удержание точек. Карго это, видимо, нужно перетаскивать вещи с одной части в другую. Бласт это, видимо, просто дефматч. Дроид Ран это, видимо, надо убить какого-нибудь дроида раньше другой команды. Ну вот, меня лично интересует Fighter Squad. Это, видимо, будут космические или околоземные битвы. Вот. Ну а в миссиях тут вот выживалка вот на четырех картах. Вот Battles, вот это я так и не понял, что они имеют в виду. Судя по всему, какой-то Tower Defense будет. Ну, тренировка, это и так тренировка. Вот каких-то вот, как я понимаю, кампаний или чего-то такого не планируется. Вот. Вот в коллектах, вот у меня все разлочено, вот можно посмотреть карты, все какие доступные на бете, оружие какое доступное, вот. Но, к сожалению, appearance нельзя кастомизировать, а так там можно всяких радианцев, монголомарий и так далее делать. То есть, там. Вот, в общем, такая вот бета, вот. Впечатления строго положительные. Поиграть на релизе очень хочется, вот, но предзаказ пока не делал, пока, к сожалению, нету средств, но обязательно буду брать. Вот. Одним словом, друзья, пока еще есть возможность, играйте. Вот, если кто-то не успел, то берите обязательно, если фанаты Звездных войн, берите, если фанаты Battlefield'а, берите. Вот. Каких-то минусов я не заметил. Игра отполирована до блеска. Идет безо всяких лагов, багов, ничего. За все время ничего такого не заметил. Я вот один раз видел в чатике сообщение, что человек провалился сквозь текстуры, но со мной такого ни разу не случилось. То есть
идеальный продукт. Вот не дать, не взять. Очень хочется посмотреть финальную версию. Вот. Ну, собственно, и все, друзья. Подписывайтесь на мой канал на YouTube. Вступайте в группу ВК. Смотрите меня на Твиче, на Good Game, на том же YouTube. И небольшой анонс. Теперь я есть и на Hitbox. Ну и все. Всем спасибо за просмотр. Всем пока. Ждите следующих видео.